Со склада пустой тары бутылка поступает на мойку. Оператор определяет степень загрязнения бутылки. На этом этапе производится мойка особо грязных бутылок, так как по-другому их не отмыть. После этого бутылка ставится на тележку и уходит на розлив, к трибоку розлива, ополаскивания и розлива. Здесь производится розлив. Сначала идут два этапа ополаскивания двумя специальными растворами. Вот мы наблюдаем первый этап. Второй этап. Это идет ополаскивание специальными дезинфицирующими растворами. Внутренняя мойка. Третьим этапом идет слив и ополаскивание серебряной водой, готовым продуктом. Дальше идет непосредственно розлив. Маркировка. Проходит через термотуннель, где насаживается. Потом одеваются пакеты. Готовая продукция размещается на поддоны. И уезжает на склад готовой продукции, откуда наша вода развозится по нашим клиентам.